Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. И мы продолжаем проходить Vigilant 8 для первой PlayStation. Ну и это, собственно говоря, будет у нас последняя серия. В прошлой серии мы с вами завершили за автобус компанию. Вот, ну и сейчас примемся за главаря банды койотов. Вот этого вот молодого человека приятной наружности. А, ну что же, вперед. Так, начинаем мы в Вегасе. Дальше будут каньоны. Ой. А развязка наступит на нефтевышках. Не самая приятная для финальной битвы карта, ну ничего. Так, ну и как я вам говорил, в конце, наверное, покатаемся на секретных картах. Одну уже, в принципе, открыли мы. Сейчас в конце этой серии откроем вторую. Так, ну что у нас тут за замесик? Наемник Сид Барн решил отдохнуть во Флориде, когда ребята Амара нашли его. 100 лимонов баксов за удовольствие в волю пострелять? Придется пляжу и гольфу подождать. Что за ребята Амара, интересно? Что-то я не припомню таких. Так, разрушить надо АЗС. В принципе, это не так сложно. Ну что же, в бой. Так, против нас Джефферсон. Выступает тут. Так, где-то. Так, здесь, вот. Вот они. Так, и вон уже ключ. О, молодец. Помогаем. Так, по-моему, колонки не обязательно сами разрушать. Так, и еще с другой стороны у нас то же самое есть. Так, давайте возьмем вот эту вот защиту. Так, ну и по идее все. По идее. Можно воевать. Так, кто взял? Я взял, отлично. Ах ты, блин. Да. О. Вижу. Специал. Так, со специала Сида я не стрелял, но помню, что он поджигает. И затоталили, отлично. Первая миссия выдалась достаточно удачной и быстрой. Них не газку. Так, отлично. Опа, выполнено, нет, написано. Как так? Я вот этого не понял немного. Блин, неужели... Надо было, наверное, и колонки взрывать. Блин, ну чё же я так, а? Поленился потратить лишние пару минут. Придется переигрывать. Так, ну ладно. Давайте по-быстренькому попытаемся переиграть все это дело. Так, ну сейчас надо поплотнее тут разрушение нанести. Так, вот так вот. Это осталось. Так, вроде. Здесь вроде бы все.
Так, о. Отлично. Так, может быть еще, ну вот эти вот, имеется в виду, кассу там разнести надо. Тоже относится к постройкам. Заправочным, в общем. Так. И надо вокруг города еще будет проехаться, потому что вдруг я что-то забыл. По-моему, их всего две заправки. Больше нету. Так. Угу. Так, касса. Так, и давайте еще навернем кружочек вокруг города. Вдруг я действительно забыл. Воу-воу-воу-воу. Так. Что у нас? Специальчик дайте. Выделите ко мне специальчик. Я все-таки как-никак главарь банды. Мне нужно серьезное оружие. Так, ну, не знаю, вроде бы все. Отель. Не знаю, вот еще, может, вот эту штуку взорвем. Так, ладно. Где наш друг? О, вот он, да? Ой. Готов. Не получилось так эффектно его прикончить, как в прошлый раз. Ну да ладно. Главное, чтобы задача была выполнена. Да. Ну, значит, действительно надо было колонки повзрывать. Я что-то только крыши повзрывал. Да, как-то я не допер. Самое-то основное, наверное, это и есть колонки. Так, сохранимся. Сохранимся и продолжим воевать. Is it getting hot in here? Так, каньончик. Каюта, поехали. Так, Сид послал своих бойцов на разборки в Юту, но ребята вернулись в очень плохом состоянии. Конвой со своей бригадой их замотал. Похоже, Сиду надо ехать туда самому. Угу. Ну, короче, без главаря не справляются, ребятки. О, руины надо раздолбать. Там как раз могут быть специальчики. Ну, как мы помним, у нас Сид-то, собственно, перестанет быть... к концу-то замеса главарем. Оу. Ай. Ай-яй-яй. Ох, сколько было лайчик. Отлично, отлично. Супер. Супер-дюпер. Так. Рушим. Рушим. Оу, да. Отлично. Вот то, о чем я и говорил. В руинах, в общем, запрятали спешл оружие. Ну, я не знаю, это кто, игиловцы, наверное. Или какой-нибудь там талибан. Талибана сейчас, по-моему, нету. Так, ой, еще специал. Ой, ну отлично, просто задарили. Не помню, кем я уже тут играл. И тут нифига не было, блин. Какие-то мины все давали. Так, так, тихо, 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 ребята, ребята, ребята. Дайте мне спокойно выполнить свою миссию, и потом мы с вами повоюем вдоволь. Так, хорошо.
Так, теперь надо... Желательно ключик нам и зеленую штуку. О, ключик есть. И теперь ромбик еще дайте. Ромбик, 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 ромбик. Вон еще один ключик вместо ромбика. Ну ладно, тоже пойдет. Я и на это согласен. Так, ой, отлично, прям. Сейчас будет рок-концерт, ребята. Let's rock. Так, надо быть аккуратными, потому что... Ой, здесь могут быть камнепады. Так, валим немножечко. Так. Готовченко. Хрен бы с ним. Воу! Так, 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 так. А, так, это мои ракеты отвалившиеся. Где ты есть? Ты в руины, что ли, заехала, дуреха? Специалов. Ну, хорош, встань на месте и стой, когда с тобой главарь разговаривает. Оу. Тихо, 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 тихо. Блин, сейчас телепортнется гадина. А, я не попадаю, что ли? Все. Прощавай. Ой-ё-ё-ё. Нюхни доску! Нюхни, нюхнули, нюхнули, нормально. Пойдет. Неплохо повоевали. Так, третья миссия у нас где будет? О, вот, вот это должна быть такой. Самой легкой. Так, сохранимся. Все равно. Прежде. На дамбе. Достаточно легко воевать. Маленькая карта с большим количеством ключей. Благо я знаю, где их искать. Хм. Мне кажется, голос ему этот не очень подходит к его виду. Это больше к Бизваксу как-то подходит. Вот. Такому толстячку, по-моему. Ну да ладно. Сид вынужден послать Хьюстон 3 за конвоем. На эту суету тратится слишком много нервов, а тем временем Сид сам решил наведаться в Хувердэм и разнести там все к чертям. Угу, вот он и отправил Хьюстон. Ха-ха. Там-то он ее и лишится, собственно говоря. Конвойчик ее притаранит себе. Так, подстанцию разрушить, ладно. Так, теперь у нас уже оружия совсем нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Джефферсон. Тихо. Оу, оу. А вы чё, блин? Вау, 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 вау. Чё так высоко? Чик. Так. Чё, специальчик будет? Хрен. Да маленько. Так, ну ладно. Так, где Шейла? Шейла! Оу! А, это не Шейла. Шейла, вот она.
Давай мы тебе чуть-чуть подправим мордочку, Шейла. Вот, собственно, подправили. Так. Ой, ща рванет. Че, остались еще эти? О, отлично. Так, Ванчик. Пока без специала. Тоже неплохо. Так, добиваем Джефферсона. Так, все, Джефферсону капут. Надо быстренько тут разрушить, а то что-то это. Сейчас уже Ивенчик улетит к праотцам. Давай, 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 давай. Что-то не хочет взрываться. Может, надо откуда-то отсюда. О, давайте его прожарим. Вот эту штуку. Ай. Так, вроде все. Или нет? Так, надо вон ключик взять. А то он там самонаводяшечки взял. Сейчас будет постреливать потихонечку. А, только одну половину взорвали, блин. Надо доделать вторую. Блин, я еще безоружный. Так. Так, так, так. Ну, вроде окей. Оу, е, труба. Труба зовет. Лови. Лови, лови. И еще одну лови. Хоба! Все, отлично. Ну, тоже неплохо. Достаточно быстро. Да. Ух, не газку! Терминатор. Ха-ха. Прозвище. Теперь называйте меня Терминатор. Так, ну чё, последний бой. Ох, на нефтевышке. Блин. Сохраняемся. Перед самым-самым, ребята, последним боем. Вообще в этой игре. По крайней мере, боем сюжетным. Ну что же, Сид. Сид, Сид, Сид. Джон Торк тебя заменит. Интересно будет посмотреть в этой связи во второй части Виджилента. Действительно ли там рокировка это произойдет? То есть Сид станет Виджилентом, по идее. Ну, по крайней мере, Хьюстон. Должна Паламина стать Виджилентом. А Джон Торк на лимузине... лидером койотов. По идее так. Так, ну что же, последняя миссия. Что у нас тут? Есть! Теперь этот конвой прячется где-то в Колорадо. Сид решил, что пора нанести последний удар. Взорвать крупнейший нефтеперерабатывающий завод на всем юго-западе. Гексагон. Ну это Texacon, по идее. Разрушить резервуары. Ага, ну окей. Резервуар это у нас как раз там, где специальчики лежат. Да ё-моё, взял мины эти. Так. Ребята, вы же мне поможете, правда, разнести свои же собственные резервуары. А вот они уже здесь, да? Да, да. Помощнички. Опа, уже чинятся там где-то. Так, один минус. Так, на второй заезжаем. Хорошо, ну давайте, шмаляйте по мне, шмаляйте. Чтоб неповадно было, разнесем. Ой-ой-ой. Во-во-во-во-во-во. Отлично. Фу, вот это атомный взрыв. Так. Аккуратненько. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Ты что там, кто там разрушился? Все, можете открывать.
У-ху-ху. Так, ну вроде все. Так, еще вот эту штуку возьмем. И в бой. Так. Чейси, Чейси Блу. Получила, дуреха. Впитак. Так, кто у нас тут еще? Кто? Снова здесь. Так, надо хоть... А-а-а, ключик! Блин, да что ты, ёлкарный бабай? Не могу. Так. Где они? Поехали лечиться. Чейси. Дорогая. Где она? Ну, красотка. ФБРовка. Ёж твою медь. Не-не-не-не-не, отдайте балалайку, пожалуйста. Во. Так, нет, где Чейси? Вон она. Чейси. Вон она зачем едет, я вижу. Не дам. Так. Так, ладно. Тогда кто у нас на очереди? Так, а здесь еще будет главарчик у нас. Ты все горишь? Так, один за тоталин. Well. Так, Чейси тем временем полечилась. Гадина такая. Полетай-ка. Чудо ты разошлась. Так. Второй тотал есть. Так, ну и... Ага, надо полечиться, ребятки. А то сейчас будет... О! Сейчас... Кто тут босс-то, ё-моё? А, конвой, наверное, будет босс. Ах ты, блядь. Перехватил инициативу. О! В принципе... Я понемножку изменил мнение об вот этой вот карте, что ли, можно так сказать. Потому что здесь достаточно много ключей, и я думал, она меньше по размерам, она оказывается такая, ничего себе. Так, это вот такой здесь секретик тоже есть небольшой, что-то я про него совсем забыл. И тут можно специал взять. Опа! Так... Хорошо вооружаемся и добиваем Слика Лайда. А, ты взял? Блин, я что-то думал, я взял. Успел? Нет? Ай-яй-яй-яй-яй, поджарили. Оу, специал взял. Нехорошо. Нехорошо. Так, где ты есть? Блин, затягивается борьба. Вот сейчас опять будет чисто эти. Давай. О, есть. Отлетел у него этот. Так, вот. Вот. Надо тебя, блин, долбить. Где ты есть? Много. Тут даже, наверное, слишком много всяких вот этих вот дают. Вы гляньте, а. Сколько тут всего. Опять взял. Да чтоб тебя, а! Блин. Так, ну все. Упался. Эй, не хотел я это брать. 18 целых ракет.
Иди сюда. Да блин, опять он в защите. Твою же медь. Так, наконец. Конвой, ага, вот. Конвой. Так, ну естественно. Сразу покрышками тут начинает разбрасываться. Ого, ого, сразу сколько. Где он сам-то? Вот он ты, да? Так, хорошо. Очень хорошо. Блин. Это ж твое все, ты что тут разносишь-то все? В принципе, что мне надо было, я и так уже разнес. Так, вот эту штуку возьмем. Какой он мощный, а, зараза. Блин, сейчас начнется вот это вот. Дайте мне не самонаводящееся оружие. Где ты есть? Где ты есть? Где ты есть? Да ё-моё, защиту взял. Вы меня бесите, ёлки-палки. На! Всё, с виджилентами покончено. Теперь уже... Я думаю, навсегда. Ух, не доску. Фу, вон, доступен секретная база, видите. Троих из четырех затоталили. Ну все. Вот, собственно говоря, и... Так, смотрим эту ножку. Ага, вот в чем причина. И тут-то его, видать, и настигнет. Чемоданчик. Джефферсон. Джон Торг. Бабло-то есть, да вот бензинчик кончился. А нефиг было взрывать вышки. Парни, надо было, как я говорил, просто захватывать, а не взрывать. Нефть нынче дорогая. Так, ну вот, собственно говоря, у нас... А, во, еще самое-то что интересное. Дали секретного персонажа. Это вот этого вот пришельца. А, видите, две зоны открыли, и посередине еще и пришелец. Да, он на тарелке гоняет. Прикольная тема. Вот, ну за него, по-моему, компании нету на прохождение. Чисто так просто по фану можно покататься. Он не принадлежит ни к одной из группировок. Так, ну что же, давайте попробуем покататься на этих секретных. А, так, а давайте в миссии зайдем, может за него. Ну нет, по-моему, миссии за него нет. Да, нигде он не появился здесь. Здесь только все наши старые знакомые. Ладно, тогда в аркадку сейчас зайдем. И на секретной... Вот, видите, две карты появилось. Вот завод какой-то здесь, карьер
И военная база с такими вот здоровенными тарелками спутниковыми. Так, ну что, давайте сначала в карьере прокатимся. Так, а вот здесь, по-моему, да, вот он. Вот такой вот пришелец. У него какая-то своя вон принадлежность. Не понять, что там написано. Не знаю, на каком языке, рунами, что ли. Ну, давайте попробуем на тарелке прогнать, что. Бегин, бегин. Так, ну, окей, четверо против нас будут. Хотя тут можно, конечно, выставить вообще, чтобы их 12 было. Ну, в смысле, будет их, конечно, не 12 одновременно, просто будет одного, например, вот Бизвакса завалим, на его смену еще один подъедет там. Вот, так что давайте четверых. Четырьмя одновременно мы еще не бились, потому что на прохождении как-то почему-то нету. Трое, да, и главарь. Так вот, четверо было у нас. Так, ну что, поехали. Она очень быстра, эта тарелка, сколько я помню. Очень быстра, ох, достаточно мощна. Так, о, автобус приехал. Оу, интересно, а твой пердеж-то мне вообще что-нибудь делает? Кого-то он там заглушил или сам заглох в своем же. Так. Ей достаточно сложно управлять, она такая. Так, специал какой-то взял вот у нее. Есть интересный. Так, ну такой специал мне в принципе по барабану. Я от него сейчас от любого убегу, тем более от пчелок. Так, тут еще есть ключики. Она достаточно такая. Ну, летать она не может, да, она все равно, видите, над землей парит. Но если на трамплинчике каком-то подлететь, она парит достаточно хорошо. У нее, по-моему, пулемет помощнее. Вот так вот, да. Ай-яй-яй. Все-таки чиркнули по мне. А я просто налетаться хочу вдоволь. Ключиком она. Так, убери ты своих мух отсюда. Оу, е. Так, тут где-то еще завод должен быть. Так, где он? В этой стороне, значит. А, вон он. Я все разношу. Вот завод. Так, а вот как туда наверх попасть? А, вот. Это такой мега трамплин здесь. И вот можно. О, а что это ты пролетаешь-то? Не хочет ехать по нему. Странно. Так, ну сейчас вторую попытку сделаем. Может, слишком быстро летел? Может, надо вообще, она движется, вон лента эта. Тихонечку. Опа! Нет. Так, промазал. Мимо специала. Так, третья попытка. Хочу специал. Воу. Ну-ка. Есть. А специал у нее, по-моему, такой же, как у Паламина. Это пушка лазерная. 24 выстрела. Может быть, помощнее, но не факт. О, специал взял. А мне почти что пофигу твой специал. Блин, подожди. Так, не могу понять, много отнимает, мало. Как я не на колесах.
Так, Джефферсон сваливает. Ха-ха, есть. Развалился парняшка. Так, сразу двое меня преследуют. О, я что-то не слежу за жизнью. Ага. Меня хорошо покоцали они там. Так. Сал переключаем. Так, а сюда можно заехать? Так, еще спешил. Да. Я вот еще насколько я помню, по-моему, все-таки в графическом плане первый Vigilant, он такой был покрасивее, что ли. Во втором там больше машин, возможность появится прокачивать машины, ну и, соответственно, у них вид будет меняться с прокачкой. То есть, как бы, возможности больше, но, видимо, в графическом плане это наложило некий... Ой, нет! Так, и надо, блин, эту брать. Так, что у нас? Специальчик. Где? Что-то вначале было столько ключей. Вот, еще. Отлично. И еще один бы, а? Ребята, не помешал бы вообще. О. Что-то вы шмаляете вообще как-то по-детски там совсем. О. Взял, нет? Ключ. Нет, не взял. Оу! Да ладно тебе, ты чё, блин? Нифига себе. Ага. Готовченко. Так, ты у нас кто тут? Кто тут у нас? Кто? Живой почти. Как ты посмел быть живым? Так, и ключи. Опять, блин, ключи. Опять. Даже, блин, на летающей тарелке нужно ключи. Что это за инопланетянин какой-то? Алкоголик, у которого тарелка настолько слабенькая. Что-то я не понимаю. Чего-то, видимо, не пойму. Так, здесь ключей что-то как-то нет. Да? Оу! Пчелки. Пчелки, нехорошо. Так, вон ключи есть. А, они уже разнесли все чертям. О. Ну совсем чуть-чуть добавили мне жизни. Так, и опять я снес себе. Так, ну джип сдох сам по себе. От такой тяжелой жизни просто самоуничтожился. Так, а он до тех ключей уже и не добраться, да? Блин, ну мы же на летающей тарелке, ё-моё. Как так? О. Вот. Так, ладно, добьем его потихонечку. Мимо него летая. Ау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как бы он меня не добил. Полторы осталось этих полосочки. Это вообще что-то нереально жестокое. Оу, одна! Так, где-то я видел, защита была. Да ладно, меня уничтожил.
Вот это да. Короче, размотали летающую тарелку. Ну, в общем, вот такая вот штука. Ну, прикольно, но ей надо учиться управлять. Блин, а было прикольно, если бы мы вдвоем сдохли. Я в него со специала стрелял, и у него было мало жизни. Ладно, переигрывать уже не буду. Расфигачили так расфигачили. Ну и давайте на последней карте, открытой нами. Вот здесь. Секретная база. Так, даже не знаю. Давайте. Блин, мне вот автобус нравится. А давайте на нём. На автобусе. Поехали. Чё там? Хотя можно было опять взять тарелку, в принципе. Ну ладно. Типа реванш такого сделать. Тут я вообще не помню. Тут, кстати, будут взлетать, по-моему, вообще вот эти стелс-самолёты. Ай. Вообще не помню эту карту. Помню, тут есть тоже секретик кое-какой. Ай, вначале они совсем сумасшедшие. Куда-то тут можно заехать, короче, и запустить ракету. Я не помню алгоритм действия, если честно. Вот проехали под... Так, может быть вот здесь? Так, специал возьмем, и то хорошо. Так, сейчас попытаемся. Вот. О! Одна зеленая. Во-во-во-во-во-во! Во-во-во-во-во! Шахта, шахта, вот, видели? Полетела ракета. То есть надо было проехать сначала по одной. Ого-го. Вот здесь вот под... проехать под вот этим. Блин, как он называется? Топор, да? Ну, шахта это пусковая. И потом вот под той. Так, тут пушки, блин. А-а-а, пушки, да-да-да, пушки стреляют. Тут там можно врагов. Ой, чуть специал не потерял. Так, о, ключик. Ща-ща, подождите, ребята, сейчас я подзаряжусь тут. И будем с вами воевать. Не переживайте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Манта тут, да? Или нет? Ё-моё, стелсом полетел, ага. О, давайте вот эту штуку взорвем. Она, по идее, не помню, покатиться вроде бы даже должна. Во-во-во-во-во-во. Бам! А, нет, разлетелась просто. А чё тут будет? Уж специал? Достаточно интересные карты. Вот в Vigilante, не знаю, в Twisted Metal я играл гораздо меньше, как бы. Я там не особо помню. Помню, да, что там можно какую-то из карт там либо башню завалить, где-то там еще что-то. Но вот в Vigilante каждая карта, она как бы интерактивна. Во-первых, все разнести можно. Абсолютно все. И здесь какая-то интерактивная штука, которую можно, ну, как бы включить, да? На каждой карте абсолютно. Так, бжика порвала. Так, давайте теперь В надо бьем. Есть. О, ключ, 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 ключ. СТОшечка. О, у меня специал есть, ё-моё, чушь я. Труба такая выхлопная. Она так органично смотрится, что про нее даже... Не, промазал. Самому бы не заглохнуть.
attack. Все, готов. Есть, что затоталил. Так, блин, тут специал. А, его с разбега надо брать, блин. Ну я такой тяжелый, громоздкий, что не знаю, получится или нет. Специальчик взять. Ну давай, давай, автобус, давай. Опа, есть. Прямо как в этом фильме. Скорость. Правда, не школьный автобус был. Че, кто у нас там остался-то? Коллега один там лазит. Пихо, куда тебя, блин, гнет-то? Бараки. Казармы. Военные лючки. Так, вот если сейчас здесь, короче, поехать, пушки по нам будут бить, по идее. Или нет? А, нет. О-о-о! Да ты чё? Тоже типа со специалом, да? Так, давай-ка еще вот эту штуку возьму. Ага. Так, и чё? Мимо? Мимо. Своим же специалом нарвался прям под мой выхлоп супермощный. Ну книга скул. Чё-то у меня, по-моему, прокладки сдохли. Нифига, как у меня дымит. Так, ну окей, ладно. Вот такой вот была, в общем, ребятки, Vigilant 8. На мой взгляд, очень крутая игра. Крутой такой боевик аркадный. Классный конкурент Twisted Metal. Скорее всего, Twisted Metal. Первая эта часть пораньше появилась, но вот потом. Студия Lux of Lux ответила, да? Жалко, что она вот прервалась так, не выйдя за рамки первой и второй частей. Ну, жалко, действительно. Мне очень нравится игруха. Надеюсь, что вам также понравилось. Я постарался как можно больше показать вам то, что знаю, рассказать. Покатались вот на всем, что здесь есть, где только возможно. Дальше также я планирую пройти вторую часть, но, возможно, не сразу после сейчас вот окончания первой. Но вторую также пройдем. Вторая там, насколько я помню, появится еще третья группировка, то есть там персонажей больше. Вот. Так что вот таким был Vigilant 8. Ну что же, на этом мы прощаемся с вами, прощаемся с Vigilant. Надеюсь, что вам все понравилось. Надеюсь, что вы поддержите меня лайком, прокомментируете, мы с вами пообщаемся. Вот, ну и подписывайтесь, как обычно, на канал, на группу ВКонтакте, общайтесь там, в группе что-нибудь выкладывайте, будет интересно посмотреть, пообщаться с вами. Вот, оставляйте, может быть, какие-то пожелания в группе, чтобы вы хотели, что я дальше про какие игры еще прошел. Вот. Все это будет учтено. Вот. Ну а с вами, как всегда, был Скудер. Всем пока-пока и удачи. Увидимся в следующих прохождениях.